Как все уже поняли, мы снова в лесу. Сегодня 5 октября, и наша попытка дойти до Нарумши сегодня удалась. Дождя нет, вон звезды. Чё там лежит белое? Ну чё, попили они воду? Вот это можно... Салфетка? Да, салфетка. Да, пили воду. А, и стоп. Оставили стаканчики. Минуточку. А? Мне показалось? Чего? Показалось. Я думаю, бутылку разотрелили. Не-не. Ну, походу, вообще не пили воду. Потому что особой разницы не видно. Ну, все равно... Не, вот из этой пили, по-моему, чуть-чуть. Просто они, видишь, оставили стаканы. Мы вчера воду оставили. А они стаканы. Да. Тихо. Аэродромщики. Аэродромы. Попытка номер два. Пойти в поход, да? Сегодня у нас уже какое? Пятое. О, вода, что мы оставили, кто-то стаканчики к ней приложил. Так что эта вода, если что, чистая. Кто пойдет сюда, 4 октября мы ее наливали. Если вы, конечно, не придете, там 14. А ей что будет-то тут на холоде-то? Что там, идет кто-то туда, смотришь? Едет. Едет? А. Говорю, как в этом мире бесплатно находить, если тебе обязательно даже в самой глуши попадется хотя бы один человек, который тебя увидит. Не, ну здесь не глушь. Но все равно. Здесь одна, вероятность все равно того, что попался кто-то, была стопроцентная. Но все равно, как же бесплатно находить? Все равно. Да никак. Все тут, везде агенты матрицы, ё-моё. Что тут сказать? За всеми следят. Да. Как в этой, в песне мультфильмов. Может, они для этого зеркальные сделаны? Мы же видим отражение свое. Ну да, это возможно. Просто по факту. Ну что, теперь ты видишь, да, где мы идем? Да, примерно. Вчера мы лазили по этой тропинке. И вот идем по ней, чтобы срезать угол через лес. Ты в итоге у меня скоро будешь весь лес наизусть знать. Ага. Причем теряться ты в нем вообще не будешь. Хочешь сказать, что, образно говоря, если меня тут где-нибудь бросят, я уже пойду домой спокойно, как будто уже... Ну а чё? Сам смотри, да? Оттуда, а. Вот оттуда, да? Слышно всегда поезда. Видишь вот эта просека? Вот она, да? Туда-сюда идет. А, там всё, дорога. Я понял. Вон там продолжение тропинки ведет туда, где мы ее находили. Нет. Нет? Мы ее. Или это в другом месте? Ну да, но мы ее находили вон там. Она еще и туда идет. А. Суть в другом. Я имею в виду. Опа. Ой, здесь это... негде блуждать. Кстати, давай посмотрим. Работает? Работает. Продолжим. Продолжим. Я тебе еще говорю. Вот она, видишь, идет дальше. Во. Под ноги только смотри. Под ноги. Сашка сказал, что еще не все шнурки спать легли. Так что вот. Ну вот поэтому да. Люди ходят с тепловизором. Чтобы не отвлечься, чтобы там не пролететь, нет ли вокруг кого. Ну, нормально. Да. Так что где-то тут лосяш обитает. Вон тоже старое. Мы, походу, с тобой по лосиной тропке идем. Так что если сейчас увидим лосяша, прячься за дерево. А почему за дерево? А потому что это те
не олени из-за этого, из острова, которые от тебя убегают. Хочу сказать, если рогами не целиться, то в дерево сорвется. Ну, по крайней мере, между тобой и им будет дерево. Свежий след-то. Мы точно с тобой. Сейчас день-то. Вот тебе на. Приключение переросло в поиски лосяша. Ой, кто-то тут бухал. Но эта вырубка уже заросла. Так, ну чё, лосяш нам не попался, пошли туда тогда. Вот так вот. До хрена тут водяры валяется и всякой фигни. А потом они говорят, типа, чё у нас все хреново. В Эдемском стоят ящики под мусор. Впадло за собой даже мусор после бухалова своего убрать. Походу, никого кроме нас тут так и не было. Все как мы оставили, да? Ага, все те же дерева. Все на месте. И даже трава. Ну смотри. Мы с тобой тогда здесь отдыхали, да? Где после нас мусор? Где бутылки? Вся херня? Нет, я тебе о чем и говорю. То, что мы после себя ничего не оставили. Никакого мусора. А все остальные? А эти все засрали. Бутылками своими от пивбаса, да? Конечно. К нам с тобой это не относится. У нас тут идеальная чистота. Да, мы люди нормальные. Мы не относимся к этому типу. Да я не знаю, что предложить. Но вот я тебе об этом говорил, что ты-то в резиках пройдешь, а я-то в берцах не пролезу везде. Ты аккуратней. Да ты-то иди на ту сторону. Я сейчас пройду. Вон эти бревна я клал несколько лет назад. Вон те? Нет, вон те справа, которые от тебя. А, вот да. Ты? Да я сейчас пролезу. Конечно. Тебе хочется по лужам полазить именно, да, просто? Смотри, не зачерпни, сам главное. Ну чё ж они развалили все мои мостики? Это тоже я клал, только оно не так было. Ну потому что всем пофиг. Конечно. У меня же нет резиновых. Эх, ё-моё, это они так сгнили. Все мои березовые эти. Да. Ну надо, я там не дышу, пойду. Здесь слишком глубоко. А я тебе говорил. Ну чё, где ты-то? Я чё думаю-то? Раз опять следы от лосяша. Может, эти вот, что нам попадают, скопанные. Может, это не копатели, а от копыт лосей. Сейчас, может, лося увидим живого. Ну что, поди, ты в резиках, ты первый. Ну, да нет, там нормально все. Просто это, чтобы мне видеть, где пройти. Ну все, я... Тот год, когда те года шел, да,
Тут вообще нельзя было пройти. Тут водища была целиком. А сейчас нормально. Вот так. А вот и камушек со старой Суздальской дороги. И не один. О. Вот здесь раньше полностью из такого камня дорога была. Прям до реки. Вот так. Как у тебя впечатление от местных дебрей? Никак. Вообще зачетно. Ты понял, что это? Вот так шарики-то с площади и долетают до Нарымша. Серьезно? Ну да, это шарик надувной был. Серьезно? Который запустили в какой-нибудь праздник. А ты что, не понял? Нет. Вот такой прикол. Короче, вот куда они исчезают. После того, ну да. Они падают в гетто. И вот мы на ним праздник. Да. Слушай, а представляешь... Вот когда-то тут каторжных гоняли при царях. Это же было это, Екатерининская тюремная дорога-то. С Владимира гоняли в сторону Нижнего куда-то. Слышь, вороны? Ну, если слышишь. Если не разожгем, ну пожрем холодных сосисок. Че ты встал? Тихо. И то, что мы находимся сейчас чуть не вплотную к деревне и населенному пункту. Ну нет, так здесь и должно быть. Ты видел, ворон вылетел от тебя? Куда ты пошел? Не, ну в принципе ты правильно идешь. Вон река, вон у того дерева. Под ноги смотри. Говорится, гадай, как разжигать костер. Да ладно, ты что ты паришься, все нормально. Сейчас разожгем что-нибудь. Пойдем. Вот река сама. Ну а ты что ожидал тут? Волгу? Вон там кто-то с собакой гуляет. Ну, Волгу не ждал, но при. Ну хотя бы чуток побольше ожидал. Не. Вот такой вот прудик. Только очень длинный. Что-то она обмелела. Причем конкретно. И нету течения такого сильного. Угу. Вот. Это, конечно, все интересно. Но ты тащил меня так далеко, чтобы я посмотрел на вот такую вот маленькую речушечку. Да. Как досадно. Ну, а ты что ожидал тут увидеть? Я ожидал хотя бы чуть-чуть побольше. Ну, ты же видел ее там с моста вчера. Откуда ей побольше взяться? Ну, фиг знает. Река и реки непредсказуемые. Они могут... Образом говоря, сначала. Не, ну у нас уж тут ландшафт точно непредсказуем. С Волгу не будет река. Так что вот. А еще как назло, здесь нету места, чтобы нормально разжечь. Вон туда я имею в виду, надо пройти. Просто тут смотри, везде сухая трава. Чуть-чуть разожжешь, сразу сожгешь все. Да не сожгешь ты ничего тут, не переживай. Я в том плане, что весь лес. Не сгорит. Ну вот эти вот растения точно. Это для балансеров, да? Так что перейти на ту сторону можно. Осторожно, тут не провались, тут яма. Конечно, как ты сказал, перейти-то хоть можно. Но надо иметь невероятный чистый баланс. Но, к сожалению, с рюкзаком я не смогу. Не, а если
как ты говоришь, с рюкзаком. Это мы с тобой тогда сейчас наоборот уйдем, куда вчера собирались. Вот слышишь, где собака лает? Там их очень много. Там штук 6. Не, как-то тут все изменилось. Вон там мы с тобой вчера стояли. Вон там. Где? В той стороне. Ага. Вон церковь. Видно. Да это тля. Ну, тлю. Это тля. Ну, раз здесь ты говоришь, действительно, не придется костер пожечь, не получится. Пойдем. Я говорил. Пойдем на поляну. Образно говоря, это... Вон мы с тобой вчера вон там должны были идти. Вот по этому полю, в ту сторону. Ага. И мы бы... Стоп, это то же самое поле. Ну да, только это уже за деревней. Мы бы через ту деревню прошли мимо церкви и вот здесь по полю шли. Ага. И мы бы пошли вон туда, где сейчас солнце. В ту сторону. Ну, конечно, погнали. Че, на наше место на то вернемся? Тогда, ну, да? Конечно, потому что больше нет. Ну, пошли. Че? Не все уж так плохо. Единственное, что мешает, то, что у меня уже все ноги разболелись. Ну сейчас давай вон. Для меня сейчас пройти 1 километр уже достижение будет. Так что ты, сними сейчас вон, да посмотрим, что у тебя. Ну все. Ну что, нормально теперь? Да вроде бы пока что да, но я пока что не начал идти. Ну как? Теперь все шикарно. Я тебе говорю, у тебя просто носок съехал. Лично. Я жду, пока ты закончишь снимать. Нет. Мы вернулись к месту нашего костра, да? Угу. Так как у реки жечь негде. Да, если там и найдем место, где жечь, мы там все сожжем, потому что там слишком много травы. Ну это да. Вспоминаемый. Это факт. Так. Вот так вот. Не надо никакой этой, да? Ну, из да. Всяких магазинов сомнительных. Никакого. Садись ближе, грейся что-то. Да я не греться хочу. Вот такой у нас. Получился шикарный костер. Да, сынок? Ага. Тебя за деревом не видно. Вот у костра ближе видно. Или это тачки? Возможно, тачки. Тут жарко так от костра. Сижу прямо. Вот. Серега вон. Сосиски нам жарят. Вон наша люстра, как всегда, импровизированная. Из пауэрбанка. От слова совсем. Да, совсем, действительно. Не, что интересное про эту, про пауэрбанк. Я его, сколько, Серег? 2 ночи я его тогда включал, да, сжег вместо этого ночника. Ну. По 6 часов проработал. И особо не разрядился. Видимо, как фонарик, он работает дольше. Так, что-то у нас... Всем рок! Здесь уже сейчас полная темнота. Как обычно. Я не знаю, видно меня будет, хорошо ли? Нет. В общем, ушли не зря. Че, уронил что ли? Так, втыкаем в нее. Давай, давай, давай. Че? Да все, попал. Вынимай. Ну-ка, че там? Ну, выглядит так, словно она... как пострадавшая. Выглядит так, как будто она прошла через апокалипсис. Хотя фактически для нее это так и было. Ну ничего страшного. А как ты его уродил-то?
А палка порвалась. А, сгорел, что ли? Походу. Когда будет этот потом смотреть? Вся жизнь мучается. Такой монолог. А мы себе, как всегда, оставим полную версию, а выложим, как всегда, все изрезано. Там вот прям под всех ленивых подписчиков, которые не хотят смотреть полностью. Не, но по факту я не знаю, кто вообще там что у нас смотрит. Ну, в общем, у нас все круто. Музончик. Крутой музончик из города Владимир. Сынок. Там сосиску все еще мучает. Давай. Да. Но мне же интересно, что ты тут делаешь. Делаю. Делаю то, что должен. Ну как тут? Эффектно. А это два моих любимых инструмента в любом походе. Сулфуха и мачете. Ты где? Чего ты? Да я уже... Тихо, там яма, сейчас упадешь. Че ты? Жопу отсидел? Нет, я не жопу отсидел, я себе уже ногу перегрел. А-а-а. Пальцы именно. Слишком уж сильно нагрелись они у костра, пока сидел. Ну так осторожно, так люди ноги сжигают. Да. У костра тоже лишку сидеть нельзя. Пойдем. Сейчас за веточками сходим. Ну ладно, сиди, жарь сосиски. А я пойду от первого лица показывать непроходимый лес. Опа, чуть не упал. Вот такие здесь заросли. В общем, если здесь полазить, можно заблудиться. Фига тут слышимость. В общем, вот в такой местности мы тусим сегодня. Даже как-то сегодня по мне получилось лучше, чем тот раз. Ты как думаешь? Ты знаешь, как в лесу слышно эту колонку? Вот такие елочки с другой стороны. Че, последний? Да. Ну ешь ты. Ну да, я думал, нам хватит. На 10 сарделек.
Я думал, мы не будем столько огурцов есть. Поэтому я взял 4 штуки. О, твои любимые. Есть немного. Ну блин, конечно, на фестивале танец меня удивили больше всего. Я думаю, сейчас выйдут вроде бы такие нормальные пацаны, а вышли одетые как это, как петушки. Реально. Сейчас. Ну что, еще потусуемся, да? Конечно. Ну тогда что? Прекрасно. Мне вот эта песня напоминает чем-то украинскую мелодию. Нормальный дым, да? Ага. Снимай сам дым. Мы всем сказали, будто мы отныне будем заживцы. Водочки теперь не-не, пусть здоровье множится. Смотрится в газету «Спорт», интервью дается. Я ж не помню вообще, сколько я водку не пил. Долго. Уж, блин, лет 20. Вообще никакой синьки. Все, сгорело. Нет еще. Я еще снимаю. Что-то больно круто я заварил, да? Свети-ка. Фига он коричневый. Да уж, как кофе прям. Я полночи теперь спать не буду. Нафигачил. Вот так вот. А, не, на камере такого нет, оно не видно. Не, камера этого не видит. Не видит? Неа. Даже вот так? Даже так. Так выглядит? Не, вот здесь близко видно. Дым на меня пошел. А, это за счет дыма этот эффект. Во, давай, было видно. Чё ты говоришь, не видно? Видно всё. Сейчас я даже подальше отойду. Я не знаю, видно их нет. Как же их видно? Ну-ка. Капец. Не, я не знаю. Вот тебе и октябрь, да? Ага. Жарище. Конкретно. Ну что, сегодня только 4 октября. Но все равно. Скорее всего, оно уже на следующей неделе, 14-го, например, уже будет все. Холод. Или какого-нибудь. Ну, короче, на следующей неделе. Ладно, уже, скорее увидим. Всего, холод. Он сгнил. А, он уже все? Да хотя ни хрена он не сгнил. Тут какие-то конченые долбоебы водку пили. Смотри, как тут все засрали, мрази. Угу. Еще эта страна гордится, что она немцев победила. Они по-любому сломали его просто. Он, может, и стоял хреново. Но... Ну, пошли на красный стол. Что теперь сделаешь? Раз синий больше не функционирует. Вот даже.
Ну да. Но он обкопан здесь. Ну а он синий. Синий? Значит, его покрасили. Он красный прошлый год был. Значит, они его весной красили. Ну как? Нормально. Нормально? Да, нормально. Стоим под деревом. Да, Света? Угу. Прячемся от дождя. Есть что сказать? Не особо. Не особо. Собрались пехом на старую Суздальскую. Но пока что дождь. Но пока дождь. Что получится? Слушай, это ворониха затарахтела, наверное, на ворона. Ну, короче говоря, дождь нам всю малину испортил. Это точно. Ни туда не сходить, ни сюда не сходить. Короче, никуда. Оглянись, и везде одни тучи. Есть какие-то просветы, но это просто... Да где нету просветов? Ну, вон там чего, просто... вон там что-то чуть-чуть, и все. А это разве просвет? Это шляпа. Нам с тобой идти вон в тот лес надо было, а там все залито. Ну что ж, придется возвращаться так. Ну все, не судьба. Так и есть, не судьба. Там уж дождь, он вообще пошел. Зонт покажи свой. Да вон у тебя вообще задница на весь мокрый. Короче, погнали домой. Не вышло у нас сходить на старую Суздальскую. Ну, в принципе, что мы ждали от октября? Да ничего мы не ждали. Чего можно вообще ждать от осени, кроме вот таких дождей? Хотя, стоп, какого черта все эти дожди залезли? Че, блин, прикол, что ли? Че? Ты чувствуешь, что он кончаться начал? Это че, шутка? Вот я и говорю, шутка. Он вроде бы, смотри, он только что кончался, но и снова пошел. Согласись, странно. Да. Короче, над нами тут стебутся, погнали отсюда. Над нами решил постебаться сама природа. Это точно. Говоришь, машины исчезли? Да, только что гоняли и тут резко. Конечно, мы от спауна отошли машин. Все, они больше не спаунятся. Мы отошли от точки спауна. Да. Либо мы на ней стоим, и поэтому они не появляются. Да? Да хрен его. Ты видишь, как у меня дождь? Да я вижу, зонт уносит. Ладно, погнали домой.